Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас свеженькое видео на тему игры в моментальную лотерею. Опять же лотерея «Магия звезд». Решил купить вот так вот для эксперимента три билетика разных цветов. Главный приз, напомню, у данной лотереи это 200 тысяч рублей стоимостью 30 рублей. Лотерея красивая, приятная, с восточными мотивами, скажем так. Счищаем, где солнышко, защитный слой. Здесь сразу будет либо какой-то денежный выигрыш указан, либо же будет какой-то знак зодиака, который, кстати, мы можем собирать и создавать вот такие тандемы. Допустим, если собрали стрелец, козерог, водолей, знаки 100, меняем их сразу на торговой точке, где продают лотереи, на 100 рублей. Собрали вот такие три знака на 1000 рублей. Ну и главный приз, конечно, 6000 рублей, это достаточно немало. Друзья, по традиции прошу вас подписаться на канал, прожать лайк данному видео и смотрите видео на канале Технобар Плюс с применением VPN сервиса. Это очень помогает каналу. Надеюсь, вы меня услышите. Итак, начинаем стирать защитный слой, который здесь почему-то очень хреново стирается. Ничего страшного, что он плохо стирается, друзья, в этой лотерее. Почему ничего страшного? Потому что потратил 90 рублей, а сразу 80-очка у нас вот так прилетает. Отлично. Пусть так и стирается. Я не против. Главное, чтобы вот такие выигрыши были. Друзья, кстати, которые я вам очень желаю, чтобы вы выигрывали крупные суммы, друзья. Водолей у нас. Водолей у нас попадается здесь. Это не редкий знак для тандема. Но он идет в тандеме с козерогом. Напомню, что козерог у меня уже есть. Вот таким образом это все выглядит. Стрелец и подавно есть, друзья, как говорится, в загашнике. Есть такой билетик, вот я уже меняю эти два билета, плюс стрельца добавлю на 100 рублей. Вот как-то так. Так что тоже неплохо. Так, и последний билетик, надеюсь, здесь повезет. Так, смотрим. Ну, у нас здесь близнецы, особо тут не везет. Хотя близнецы здесь у нас участвуют в тандеме на 3000, но это не редкий знак. Вот если бы рак попался, это было бы круто. У меня все остальное есть для этого знака, чтобы получить 3000 рублей. Рака нет. Но рак не попался у нас, значок, близнецы попались. Вот как-то так, друзья. Но тем не менее, хороший улов сегодня. 80 рублей тоже, как бы потратив 90, 80 вернул. Я считаю, это достаточно неплохой вариант, друзья. А с вас подписка на канал. Желаю всем удачи. Обязательно играйте на мелкие суммы. Смысл в том, что потратить меньше, выиграть больше. Как-то так, друзья. Не играйте в лотереи, если эти деньги можно применить на более благое дело. Как-то так. Обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс. Прожмите лайк под данным видео. Жду вас в комментариях, друзья. Всем желаю быть успешными. Всех обнял.